мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. После трагедии в Кемерово, которая произошла 25 марта, Генпрокуратура страны поручила Министерству по чрезвычайным ситуациям России и надзорным ведомствам провести до середины апреля проверки торгово-развлекательных центров по всей стране. В Туве проверки торговых центров прошли с 29 марта по 18 апреля. Итоги проверок накануне озвучили в региональном МЧС на пресс-конференции. По словам заместителя начальника ведомства Александра Байрола, нарушений по пожарной безопасности в этих торговых объектах Тувы выявлено очень много. 18 апреля. Все выявленные нарушения, их было более тысячи, мы направили в прокуратуру на рассмотрение. Нам на данный момент направлено 47 постановлений возбуждения административного дела по последствиям. Рассмотрели на данный момент 34 административных дела. То есть привлечены к административной ответственности в виде штрафов юридические лица, должностные лица, индивидуальные предприниматели и даже граждане. Межведомственной комиссии понадобилось чуть меньше месяца, чтобы проверить 183 объекта по всей республике на предмет нарушения пожарной безопасности. По словам спасателей, в некоторых торговых центрах Кызыла отсутствовалась пожарная сигнализация, где-то не приведены в рабочее состояние источники водоснабжения, а то их вовсе и нет. Однако одним из главных нарушений является загромождение запасных выходов и лестничных площадок. В этих зданиях находилось очень много, ну и сейчас в данный момент находится, да, народ, торговля, плюс жители нашей республики. Еще основное такое нарушение – это блокировка или закрытие пути эвакуации, выхода народа из зданий в случае возникновения задымления или пожара. В некоторых зданиях отсутствуют источники водоснабжения. Или они вообще не приведены в рабочее состояние, отключены краны. Как еще сказал, загромождение пути эвакуации, лестничных площадок. Владельцам торговых центров прокуратуры региона на устранение всех нарушений был дан месячный срок. В середине мая межведомственная комиссия начнет повторную проверку. Отметим, что в 2007 году произошли изменения в федеральном законодательстве, которые фактически отстранили инспекторов пожарного надзора от проверок при проектировании и строительстве зданий. Беспечность – причина пожара, да? Тема. Беспечность в каком понимании? С 2007 года у нас была такая нормативно-техническая группа, которая входила в состав комиссии по приемке земель, в комиссию по проектированию помещений торговых комплексов, жилых домов. И также входили в комиссию по введению ввода в эксплуатацию. С 2007 года нас забрали эту функцию. Также с 2016 года мы имели право проверять мелкий и средний бизнес. Также в ходе пресс-конференции журналистам рассказали о ситуации с пожарами на территории республики. Всего с начала года у нас зарегистрировано 10 лесных пожаров. На общей площади 510 гектаров. Из них лесная 330 гектаров. Ну, так, и у нас оперативность тушения составила в первые сутки 8 пожаров, в третьи сутки 1 пожар. Из 10 пожаров человеческий фактор у нас составил 9 пожаров. И один пожар – это обрыв в линии электропередачи. В весеннее время чаще происходят степные пожары, которые зачастую переходят в лесные. Так, на сегодня в Туве зарегистрировано более 20 степных пожаров общей площадью более 250 гектаров. Наступают у нас майские праздники. Пожароопасный сезон открыт с 14 апреля. Постановление правительства номер 176 от 13 апреля. Сейчас также планируется ввести особый противопожарный режим, но без ограничения доступа людей в леса. То есть будет обязательно, чтобы они регистрировались в Госкомитете по лесному хозяйству, либо в лесничествах республики.
Кроме того, спасатели предупреждают жителей республики не разжигать мусор во дворах частных домов. Особо предпожарный режим. У нас идут штрафы на граждан от 2 до 4, на должностных лиц от 15 до 30, но на юридических лиц, это организации, сжигающие мусор, у нас от 200 до 400 тысяч рублей. Во время майских праздников Главное управление МЧС региона будет работать в режиме повышенной готовности. Так, во избежание пожара спасатели будут проводить патрулирование по всей республике. В Кызыле, в особенности, в районе частных секторов. 24 апреля в Кызыле стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. Специалисты Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города совместно с волонтерами приступили к раздаче более 500 лент во всех микрорайонах столицы. В акции участвуют все регионы России и десятки стран по всему миру. В День Победы 9 мая акция будет проходить на площади Арата. С 24 апреля... И мы, конечно, не остались в стороне. Уже сегодня проводим четвертый раз. И уже успели принять участие более 300 человек. А раздано примерно уже 3000 георгиевских ленточек. И, конечно же, с участием различных молодежных общественных организаций нашего города. И работающая молодежь тоже не осталась в стороне, они тоже приняли участие. С района Востока до района Южного уже успели провести. Впервые в Кызыле выставка живых тропических бабочек. Летают и даже садятся на руки. Ежедневно с 11 до 19 часов в Национальном музее. С 27 апреля ежедневно, без выходных, в Национальном музее контактная выставка рептилий и пушистиков. Фото-видеосъемка бесплатно. Сотрудники госавтоинспекции Тувы устанавливают водителя, причастного к ДТП, в котором погиб мужчина. 25 апреля около 9 часов вечера в дежурную часть полиции Кызыла поступило сообщение о том, что на улице Калинина в районе кладбища совершен наезд на пешехода. Дорожными полицейскими установлено, что неизвестный водитель, двигаясь на неустановленном автотранспорте в восточном направлении, совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадавший мужчина погиб на месте. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности водителя и автотранспорта, очевидцев происшествия, а также лиц, владеющих любой информацией о произошедшем или имеющих видеозаписи момента дорожно-транспортного происшествия с видеорегистраторов, телефонов, просим сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 566-11, 566-29 или по телефону доверия МВД 935-97. Анонимность гарантируется. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. В Тувинском государственном университете прошел ежегодный спортивно-исторический квест «Дорогами Победы». Участникам квеста был предложен маршрутный лист с различными станциями с интересными названиями. Условные станции были расположены на территории национального парка. И студентам сначала предстояло найти эти места. Затем на каждом пункте предстояло выполнить определенное задание, которое заключалось в проверке знаний студентов на тему Великой Отечественной войны. Квест «Дорогами Победы» развивает чувство патриотизма и любовь к родине. Победителем спортивно-исторического мероприятия в этом году стал инженерно-технический факультет. Будущие инженеры показали хорошие знания в истории Великой Отечественной войны и сплоченность своих рядов. На втором месте оказались филологи, третье место досталось юристам. «28 апреля Тувинский национальный оркестр отмечает свое 15-летие. Оркестр был создан в 2003 году распоряжением Министерства культуры Тувы на основании постановления коллегии министерства при поддержке правительства республики. Сегодня Тувинский национальный оркестр – это яркий, узнаваемый, ведущий концертный коллектив нашего региона, неоднократный лауреат международных и всероссийских конкурсов, являющийся неповторимой визитной карточкой, символом культуры и искусства нашей республики. Кроме инструментов,
инструментального состава. В коллективе задействованы вокалисты народного профиля, исполнители тувинского двуголосного горлового пения. В репертуаре оркестра представлена вся палитра тувинской музыки – от древних напевов до произведений современных композиторов. В честь юбилея состоится праздничный концерт, на котором прозвучат все ударные номера оркестра и новые произведения. Завтра состоится праздничный концерт большой по поводу 15-летия Тувинского национального оркестра. Приедут гости разные, музыканты, конечно, с Хакасии, Хакасский национальный оркестр приедет, с Алтая приедет малый состав Алтайского национального оркестра, приедут музыканты из Монголии, из Башкортостана. В общем, и гости будут, и будет выставка в фойе, и выставка-продажа тоже будет разных сувениров с эмблемой Тувинского национального оркестра. Ну, в общем, я думаю, что будет довольно-таки интересно. Ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации посетил столицу Тувы, город Кызыл. Визит военного творческого коллектива был посвящен 25-летнему юбилею подразделения СОБР и ОМОН, а также 73-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. Полуторачасовой концерт для сотрудников Росгвардии Тувы и кызылчан прошел в Тувинской государственной филармонии. Для зрителей ансамбль приготовил разнообразный репертуар из современных и народных произведений, совмещая танцевальные номера различных направлений в красочных костюмах. Концерт в исполнении артистов получился ярким и красочным, аплодисменты в зале не смолкали. Коллектив на месте не стоит, у нас большие творческие планы. У нас различные программы существуют. В основном, конечно же, это патриотическое направление. Это главное направление. Такие программы существуют, как посвященная Великой Победе, театрализованная программа, народная программа. Программа, основанная на песнях популярных песнях эстрадных. В общем, для нашего коллектива как бы все жанры у нас существуют в коллективе. По завершению концертной программы начальник отдела Росгвардии по Республике Тыва полковник полиции Сергей Затолочный вручил коллективу ансамбля благодарственное письмо и выразил слова признательности за визит, а также незабываемые творческие номера. В эту пятницу радиостанция «Голос Азии» провела последний в этом сезоне розыгрыш подарка от магазина брендовой джинсовой одежды «Elvers Jeans». Джинсы скини, джинсы бойфренды или классические. Юбки, рубашки, шикарные джинсовые платья в пол и не только. Все это вы найдете в доме быта на втором этаже в 219 отделе. Но сегодня участники квеста искали джинсовый рюкзачок. И чтобы его найти, нужно было отгадать загадку. Подарок от партнера и бонус – сертификат со скидкой ждал счастливчика возле памятника «Непокоренному». Здравствуйте, замес майонез. Ждите следующего сезона квеста и узнаете, что «Голос Азии» подарит на этот раз. Подробности в эфире радио на 102.5 FM в Кызыле или в интернет-приложениях PC Radio, FM Cube или в приложении «Монгольское онлайн-радио». Вашему восторгу не будет предела, потому что у нас есть хорошая новость. С 27 апреля по 27 мая работает контактный зоопарк с мягкими и удивительными питомцами. Только представьте себе, какое удивление у вас и ваших детей вызовут озорные хорьки, забавные шиншиллы, величественные удавы, ящерица, крокодил, а также цветастое разнообразие птиц с разных уголков мира. Разнообразие фауны в контактном зоопарке радует всех посетителей. Да и действительно, остаться равнодушными от этих общительных ручных созданий просто невозможно. Если вы еще не решили, как провести время с детьми, тогда контактный зоопарк – беспроигрышный вариант. Приходите сюда не только с семьей, но и с друзьями. Вы получите огромное удовольствие. Главное правило здесь – животных можно трогать, гладить и кормить. Согласитесь, здорово? Из угощений для постояльцев подойдут свежие овощи и фрукты, например, морковь или яблоко, а также тыквенные семечки и орехи из кедровых шишек.
Побывать в контактном зоопарке вы можете ежедневно с 11 утра до 7 вечера в Национальном музее города Кызыла. Билеты приобретайте в кассе музея. Цена 200 рублей. Детям до 3 лет бесплатно. Также действуют групповые заявки. При покупке билетов на каждую выставку вы получаете скидку. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми за и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Спонсор выпуска о погоде – «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом, стабильной работы. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми за и выиграй путевку в лето. «Отличные наличные». С заботой о клиентах. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, ночью местами небольшой и умеренный дождь. В горах мокрый снег. В Кызыле перемена облачность без осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2, +4 градуса, днем +14, +16.